Ника? Ника, ты ранен? Воды. Пей. Ника, кто это был? Кто? Османы вторглись. Князья нас предали. Князья. Всю стражу перебили. Пропустили врага. О, горе нам! Горе! Скорей в Тбилиси. Ника! 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 В Тбилиси? В Тбилиси. Хороший баран, отец! Хороший! Только приценивай. Может быть, твоя шина курица, а это беду. Ослиная башка. Чеканка. А вот чеканка. Сосходи. Крепкое вино. Чисто. Собачий сын выведал. Окружить Майдан, связать его. Живо! Османы вторглись. Я своими глазами видел убитых. Наши деревни горят. Враги за рекой. Огни тревоги на башнях не зажглись. Стража перебита. Лжешь, раб? За клевету я у тебя язык вырву. Взять его. А ну, пес, слезай, слезай! За клевету? Не верите? Смотрите! Смотрите! Пусти! На помост его! Молчать! За честность кинжалом угощают, за храбрость ярмом радуют, за правду в огонь тащу. Что смотрите, люди? Человека убивают княжеские выродки. Давайте его сюда, разбойника собачьего сына. К столбу его! Эй, народ, измена! Это княжеские дружинники всю стражу перебили. На этой неделе уже четвертому вырывают язык. Что молчите? Бейте в набат! Зажигайте огни тревоги на башнях! Что это? Набат? Должно быть...
Что здесь такое? Почему набат? Османы! Османы вторглись! Горят деревни! Предали нас, князья! Помоги, Георгий! Стой! Зачем калечишь воина? Ты с ним осторожней, Георгий. Не связывайся с ним, это собака Шадимана. Эй, ты, знай свое место! Проходи своей дорогой! Ты забыл, Георгий. Это же Калатауди, тень светлейшего князя Шадимана Бараташвили. Тенью только детей пугают. На, получай! Адар, дорогой. Георгий! Георгий, на всех дорогах лежат убитые. Пойдем. Погодите. Я еще вернусь. Посмотри, они здесь. Кузнец Ника. Пастух Гига. Певец Папуна. Стрелок Иван. Смотри, Георгий! Тише, люди, не плачьте. Они живы, потому что за родину положили головы. Не горюй, старик. Много раз враги разрушали Тбилиси, а он из пепла поднимался еще краше. Кто может сломить народ, закаленный в боях? Вооружайтесь все, от мала до велика! Все! За вашу кровь народ отомстит. Нодар, зажги огни на башнях. Като, скачи в Носте. Матарс, ты скачи к царю. Целует ферман. Осман-паша будет мстить нам, если царь не подпишет. Острия турецких копий направится на наши замки. Ничего, сегодня подпишет. Вся надежда на тебя, Шадиман. Спаси нас, Шадиман. Мой господин, сигнальные огни зажглись на башнях. Саакадзе собирает ополчение. Подать плеть. Собака, прочь с глаз моих. Царь Луарсап II Багратиони. Светлый царь, повелитель Грузии, внемли. Вот Амелохвари, Арбельяне, Салагашвили, Цицишвили, все твои верные князья съехали смолить тебя. Подпиши ферман о мире с турками. Молим тебя. Избавь Грузию от опасности, светлый царь. Нет, не подпишу. Я, царь Луарсап, не стану вассалом султана. Не отдам на поругание корону багратидов. Да продлится жизнь твоя, царь. Светлый царь, разве наша вина, что волей провидения Грузия стала золотой дорогой для неверных? Но что мы одни можем сделать в этом мусульманском океане? Послы единоверной Руссии ждут приема. Проси. Руссия даром ничего не даст, царь. Русийские послы! Мир вам под кровлей царя Грузии! Нашли время в гости ездить. Был бы мед, а муха из Багдада прилетит.
Великий государь, царь и великий князь московский, всея великие, малые и белые Руси, самодержец и обладатель, тебе, царю Лаварсабу, поклониться велел. Война у нас. Вам бы стрельцов с огненным боем прислать. Помощь будет. Ежели царю Карталинскому дадим малую толику, а ежели Господь даст, породнимся, Шурину государя российского без счета людей дадим. Я рад сердцем породниться с великим государем российским. Да благословит Господь союз сей. Окажи милость, разреши, государь великой, поклониться красавице царевне, пресветлой сестре твоей. Пусть приведут, Тинатин. И примите, по обычаю вашему, подарки за смотрины. Золото, серебро, меха, а жениховы подарки особо. Пустись к персидским послам и скажи, что тут происходит. От себя скажи, не от меня. Лица-то добра. Да не отлично красна. Бела. А очи черны, но не велики. Волосы. Крашены на красно. А встану царевна. Прямо. Только тоненько. Не взыщи, пресветлая царевна. Подай-ка. Сие есть рост нареченного супруга твоего, царевича Феодора. Целой головой царевич выше. Добро. За ней сказано, муж глава есть жены своей. Дал Бог добра. Ничего. Я чай царевичу невесты сгодит. Прости, государь великий. Царский обед ждет внимания российских послов. Князья! Брак этот укрепит силы наши. И не будем мы больше склонять головы перед неверными, османами и персами. Так и передай, Шадиман. Я фирмана не подпишу. Светлый царь! Народ и Азнауры готовы положить головы за родину! Веди нас, Георгий! Смерть османам! И отдадим Грузию на поругание неверным! Ты слышишь, как народ рвется на войну? Народ? Не народ, а Саакадзе. Это он сладкой речью и лживыми посулами подстрекает народ. И время ли сейчас медлить, царь? Нет времени. Поздно для колебаний. Будет, нет времени, подпиши. Царь. Помощь Руси за горами, а осман-паша у порога. Подпиши, царь. Подпиши, царь. Медлить больше подпиши. Нельзя. Турки только пройдут через Грузию. Подпиши, царь. Умоляю тебя, царь. Светлый царь, пожаловали послы великого шаха Аббаса, доблестный Карчихан и сын его Вердибек-хан. Кто? Кто?
Кто их звал? Кто просил? Клянусь усами, не я. Что за божья кара? Как не вовремя, беда на нашу голову. Еще орел не умер, а черви уж ползут. Светлый царь, до слуха великого шаха Аббаса дошло, что проклятые османы собираются напасть на Персию. Шах Аббас благосклонно советует тебе, царь Луарсаб, не пропускать их через Грузию, а в знак верности твоей великодушный шах Аббас велит отдать ему в жены царевну Тинатин. Царевну Тинатин? Она еще ребенок. И... Она обещана русийскому царю. Навстречу царевне двигаются к твоей границе лучшие войска, шах Аббас. Царем Шах-ин-Шаха. Царевна скоро прибудет в Персию. Она поедет сейчас. Ибо Магомед сказал, сегодняшнее яйцо в курице. Именем шаха отныне ты жена великого шаха Аббаса. Жизнь моя и жизнь сестры моей, князья. Принадлежат родине. Светлый царь, доколе ты будешь зависеть от неверных, тебе не уйти от подобных оскорблений. Вот плоды твоего колебания, царь. Персы угрожают нам. Они уводят сестру твою. Пока не поздно. Подпиши, царь. Подпиши, царь. Подпиши. Теперь русийской помощи не будет. Победа и слава тебе, светлый царь. Не отдавай Грузию на растерзание врагу. Веди нас в бой. Дай сюда фирман, Шадиман. Святой Георгий, защити мой народ от испытаний. Бог всесильный. Дай силы мне. Услышь и исполни молитву нашего царя. Вот мой ответ туркам, Шадиман. Царь, если хочешь победить, поручи войско Саакадзе. Мы все за ним пойдем. Георгий, тебе вручаю я войско и судьбу Грузии. Если война неизбежна, мы должны ее возглавить. Мы не станем воевать под знаменем незнатного Азнаура. Светлый царь, я не опозорю своих седин и не пойду под его начало. А я на вас и не рассчитываю, князья. По мнению владетельных князей, во главе войска должен стать князь Шадиман. Да здравствует князь Шадиман! Да поможет ему Господь! Да здравствует полководец Шадиман! Пусть будет так. Да благословит тебя Бог. Тебе вручаю я войско и судьбу Грузии. Да здравствует Шадиман! Да здравствует Шадиман! Да здравствует полководец Шадиман! Светлый царь, разреши мне
сопровождать тебя. Георгий. Он словно орел налетел на турок. Летят турецкие головы. О, каждый богатырь свалил по десятку османов. Кони спотыкаются о мертвых. К османам подошли свежие силы. Горе нам! Они как лавина катятся в долину Сурами. Зачем я не ослеп? Османы теснят Зураба, святая дева. Сколько их? Эх, если б Зураба еще хоть 500 дружинников. Слишком многочисленны проклятые османы. Это не так страшно. Если бы Зураб догадался заманить османов, измотать их силой, как это делал Александр Македонский. О, горе нам! Зураб ранен! Передай царю, князья нас предали! Я тебя не оставлю! Ступай! Где помощь, князь? Зураб Переставе изнемогает в смертельной схватке! Собака, как стоишь перед князем, царь, Зураб отступил, князь Арбельяне взят в плен. Мы разбиты. Вступил в бой старый Цицишвили. Ах, как сверкает его шашка. Что вижу я? Старый Цицишвили отступает. Не так еще отплатим упрямому царю. Светлый царь, все гибнет. Мы вынуждены уйти на наши земли. Уйдем. Будут спасены замки. Будет спасена и Грузия. Уйдем, царь. Есть еще время сговориться с османом Пашой. Нет, сказал я. Еще есть время, царь. Погибнет Грузия, пусть погибнет и царь. Я сам поведу последнюю дружину. Коня мне! Остановись, царь! Пока я жив, не позволю обезглавить царство. Прикажи только, и османы навсегда запомнят Сурамскую битву. Благословляю тебя, Георгий. Коня! Волчий сын. Вдруг османы не устоят, он разобьет их. Нет, скорее сам станет падалью. Как лев несется наш Георгий. Ну, османы, крепче держите свои головы на плечах. А? Саакадзе приближается. Саакадзе! Я вижу Георгия Саакадзе! Он мчится прямо на турок! О, сколько конных двинули османы против Саакадзе! Летит, летит отважный Георгий! Он столкнулся с осман-пашой! Стой, стой! Куда ты, воин? Георгий Саакадзе повернул коня! Что случилось, люди? Горе мне, горе!
Я вижу убегающего Георгия Саакадзе. Князья, воистину чудо! О, пусть отнимется у меня язык! Османы догоняются Саакадзе! Сердце рвется! Я больше не могу ждать! Сиди! Один дурак опаснее тысячи врагов! Ринемся в бой только по знаку Георгия! Когда же? Когда? Подготовить ему свежего коня! Может, двинемся навстречу? Надо дождаться Георгия. Готовьтесь! Веселиться будем! Благодарю тебя, Господи, за спасение Грузии.
сын. Ну вот тебе раз, ревет. Кого ты мне воспитала, старуха? Родине нужны воины, а не плаксы. Исполнен наш долг перед Родиной. Пора вернуться к земле. Пусть так всегда будет разбит враг нашей Родины. Пусть так всегда будет разбит твой враг, Георгий. Да будет огонь из твоих рук жизнь творящим. Верь в победу, Бадри. Врагу не топтать нашей земли. Наливай, наливай, не жалей. Угощайте. Таким вином чертей глушительный герой. Вы еще выпили. Иди ко мне, внучек. Будьте здоровы. Спасибо. А ну, начнем, пата. Не всегда численное превосходство побеждало, Паата. Сколько воинов было у Александра Македонского в битве при Гавгамеле? 7000 всадников. А у персидского царя Дария? 40000 всадников. Молодец, Паата. И еще, еще 4000. Молодец, хорошо. А победил кто? Александр Македонский. А теперь победим мы. Мы. Ой, спасите, они убьют тебя. Важно не только победить. Вот Георгий победил, а власть все равно осталась в руках Шадимана и князей. Такле, ты что это все лето, как мальчишка, лазаешь по деревьям? Царь едет! Тебя что, ведьма разбудила? Пошел спать! Георгий, царь! Царь едет! Да вы все сговорились, что ли? Георгий! Георгий, брат мой! Царь! Царь Ларсап! Царь? Царь! 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 Сам царь! Раскройте шире ворота! Стелите ковры! Трубите врага! Неожиданный приезд наполнил радостью мой дом. Пусть здравствуют долгие годы, светлый царь Луарсап. Ура! Пусть здравствует Георгий, герой Сурами. Я пью
за славного Муравии, боевого орла, поднявшегося на такую высоту, куда не достигает даже зависть. Я пью за тебя, Георгий, любимец войска и царя. Наполнил мое сердце радостью выше меры. Не умею я красно говорить. Позволь мне примером выразить заветную мысль мою. Мы слушаем тебя, Муравий. Ностовские богатыри, подойдите ко мне. Бог не обидел вас силой. Попробуйте сломать эти стрелы. Не можешь. Нет, не могу. Не смог. Пата, мой мальчик, ну-ка, поди ко мне. А теперь попробуй ты сломать стрелы. Богатырь ты мой. Вот мой царь. Вместе их не смог сломать и прославленный ностинский силач. А по одной сломал даже мой маленький Паата. Объединенная сила непобедима. Никакой враг не сможет нас сломить, если ты объединишь всю Грузию. Опять свое понес. Я знал, что азнавурский обед без этих приправ не обойдется. Ворону хоть песком три, все равно останется черной. От конюха всегда навозом пахнет. Будь здоров, Муравий! Будь здоров, будь здоров, Муравий! Да здравствует Георгий! Будь здоров, Муравий! Будь здоров, Георгий! А ты, брат Зураб, почему не пьешь за здоровье моего Георгия? Я очень люблю Георгия, сестра моя. С ним я готов горы сдвинуть. Я понимаю, чего он хочет. Но разве можно изменить вековые обычаи? Кто в силах объединить этих шакалов? Обычаи устанавливают люди, Зураб. И они же их отменяют. Текле, взгляни, как блеснул взгляд царя. Царь с тебя глаз не сводит. Вы шутите? Он улыбается. Просто ему нравится у нас. Слепая, ты восхитила царя. О, горе мне. Боже мой. Глаз не можешь оторвать, светлый царь. Ты прав. Она прекрасна. Мой Георгий, на кого похожа сестра твоя, Текле? Она недостойна твоего внимания, светлый царь. Вина! Видно, последнюю козу Азнаур Саакадзе выложил на стол. И ту угнал с моих пастбищ. По вкусу чувствую. Пусть под скипетром твоим сольется вся Грузия. И слава не покинет тебя в веках. Будь здоров, все! Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! Здорово, Жамье! Тянешься к источнику жизни, прильни к нему, царь.
Пусть вот так исчезнут и твои враги, светлый царь. Сколько лет твоей сестре, Георгий? Мой царь, я даже сколько мне лет, и то не помню. Что предлагает мне прекрасная Текле? Да здравствует знамя Багратида. Да здравствует. У тебя золотые руки. Не смущайся. Сядь сюда. Иди же. Сказано судьбою. Как смею я, недостойная, смотреть на тебя. Что это? Мое знамя в час битвы было залито кровью, но оно сверкало белизной. Так не набрасывай, мой царь, черную тень в час торжества. Я не забыл, что нахожусь в гостях у героя Сурами. Замок! О, боже мой. Ты забыл, Самоурави? На колени перед царицей Грузии! На колени! Что слышу я? Мой царь, прости за смелость. Благородное твое желание неисполнимо. Подумай, царь, о распрях, смутах. Опомнись. Мы лишь простые азнауры. На колени перед царицей Грузии! На колени!
красавы, царица Текле! Смотрите, вон куда поднялась наша красавица! Будь счастлива, Текле! Пейте, люди, веселитесь! Сегодня радостный день настал для нас! Это шутовство! Шутовство! Тише, князья! Где вы? На свадьбе царя или в караван-сарае? Иногда это одинаково. От трона навозом запахло. Позор! Как ты смеешь оскорблять царицу? У, собачий сын! Замолчи, ослиная голова! Замолчи! Защити нас, Божья Матерь! Уйдемте, уйдемте! Стойте! Опустите клинки! Опустите клинки! Прими поздравления. На прекрасную Текле Саакадзе возложена корона багратидов. Поднимись к трону, великий победитель. Князья радостно предвкушают добычу. Пожалуй, римлянин сказал, победителей не судят. Я поздравляю тебя, мудрейший Шадиман, со счастливым днем царя Луарсаба. Ты прав. Нам предстоят великие и малые сражения. Но добычу подсчитывают в конце битвы. Это тебе, князь, говорит грузин. А теперь Грузия раздроблена на 5 маленьких враждующих царств. Имеретти, Кахети, Картли, Сандхе, Саатабеба. А 4 века тому назад все это было единым. От Трапезунда до Дербента. Знаю, Георгий, знаю. Тем более, светлый царь, объедини Грузию. Верни ей былую мощь. Ты станешь грозной силой для наших хищных соседей. О, какие чудесные фрукты принесла моя сестра. Вот яблоко князя Цицишвили. Вот груши князя Орбелиани, персики князя Амилахвари, гранат, подарок князя Шадимана, виноград, сок грузинского солнца, его прислал тебе князь Эристави. А это все, что осталось у тебя. И только потому, что твое богатство, царь, расхищено князьями. Да, власть должна быть нераздельной. Такую власть утвердил на Руси царь Иван. Но не за то ли он прозван Грозным? Нет, за то, что укротил строптивую знать. И это помогло ему собрать воедино русийские земли. Вот и властелин Востока, великий Шах Аббас. Что ты задумал, Георгий? Послушай меня, светлый царь. Молю тебя, объяви все караванные дороги собственностью царства. И казна наполнится золотом. Тогда мы окружим Картли неприступной цепью крепостей, и твое царство поднимется и расцветет. Но это потребует много людей, громадных обложений и больших жертв. На укрепление царства встанет вся страна, от мала до велика. Я пришлю тебе всех своих людей и войско. Ты только прикажи. Я отдам этому большому делу свой меч и волю воина. Где твоя мудрость, Шадиман? Что же ты медлишь? Для нас ты больше, чем царь. Пока я жив, никому не разрушить вековых устоев. Солнце вечно восходит на востоке, и реки никогда не потекут вспять. Эй, Калатаули, готовь 200 воинов для Саакадзе. Слушаюсь. Что ты задумал, Шадиман? Что скажет царь? Царь?
царь скажет, сила князей, сила царства. А если не скажет? А если не скажет? Не скажет. И цари не бессмертны. 2000 арп трудно собрать. Трудно. А может быть, на цепях выкинем? Камень и бревна можно на цепях, но мрамор только на арбах. Возьмем гранит. Он долговечнее мрамора и лучше выдерживает давление воды. А что скажет прославленный греческий мастер? На пирамидальной гробнице царя Кира 7 нижних уступов сложены из гранита. Ты начал, Георгий, великое дело. Да будет крепка рука твоя. Эти новые крепости станут надежной защитой для Грузии на многие годы. Ты обессмертишь имя свое во веки веков. Аминь. Да будет так. Греческие мастера при любой кладке привыкли освежать горло божественным нектаром. Войско мое и все слуги заняты возведением башен. Пойди ты, мой Лазарь. Хорошо. Пойду во славу Бахуса. Башни возведем ковровой кладью. Прославим грузинское мастерство. Георгий. Почему не спишь, Русудан? Тревожно мне. Всю ночь шакалы воют. А что еще делать с шакалом, как не тревожить сон красавиц? Мой Георгий, следующий кувшин принесут твои воины. Они уже вернулись. Как вернулись? Не знаю, мой дорогой. Закрыть все дороги, разбить ворота, взять всех живыми или мертвыми. Шатиман, Андукапар, царское войско. Что это значит? Георгий, Мурави! Георгий, беги, измена! Георгий, спасай семью, скорей, торопись! Саблю мне! Жизнь воина никогда не бывает мирной. Пойдемте, дети мои, пойдемте. Муж, звери. Дети, Георгий. Уведи их, уведи. Скорее, Русудан. Не бойся, Пат, не бойся. Георгий, Георгий. Спасайся, бегите. Пойдем. Идемте. Георгий. Георгий. Идем. Боже, что будет? Георгий, пойдем скорее. Ну, сюда, скорее, скорее, Георгий. Детей! Скорее! Умоляю тебя, Георгий! Уйдем! Жизнь твоя нужна родине! Уйдем, Георгий! Спасем детей! Изверги, как звери ночью, напали врасплох!
Пойдем, Георгий! Мои мальчики, Пата! Туда! Пойдем. Туда! Скорее, скорее! Сбежали! И словить всех. Упустил, собака! Сбежали! Убью, если не найдешь. Это кто еще? Не дам, не позволю! Не позволю! Уничтожить это волчье логово! Уже шестой день скитаемся. Устали дети. Остальное меня не страшит. Прощай, моя Грузия. Прощай, родная земля. Тебе оставляю я свое сердце. Георгий, что ты задумал? Выхода нет. Одна мне дорога. В Персию. Георгий! Георгий! Не страшит тебя этот путь. Родной мой, на что ты решился? Прощайте, горы! Вы вскормили мой дух. Я уношу с собой ненависть к врагу и любовь к родине. Прощайте. Пойдемте, дети. Пойдемте. Заставлю воды Каспийского и Черного морей ласкать победимой Персии. Великий шах. Иншах, путь к Черному морю лежит через Грузию. Алла-илла! Алла-илла! Русистский царь и турецкий султан не придут в Грузию раньше меня. Введите. Это ты вчера заслонил меня на охоте? Милостивый повелитель вселенной, тигр осмелился броситься на тебя. И я, прах твоих ног, был счастлив подставить свою грудь. Смелость украшает охотника.
Так ты думаешь, что ты храбрее меня? Видно, здесь добро и зло в одной цене. Что сказал ты, Маврави? Велик шах Аббас. Царь царей, Георгий Саакадзе ждет твоего внимания. Пусть подойдет. Подойди поближе, великий полководец Грузии. Встань, сын мой. Ты новая жемчужина в моей сокровищнице. Разве может понять царь Луарсаб, что он потерял? Но ты со своей семьей найдешь у меня новый дом. Царь царей, Персия озарена твоими мудрыми деяниями. Я буду служить тебе. Это меч великой династии Сифилидов. Он без счета разит врагов, пока тот, кто владеет им, думает лишь о славе Персии. Но трижды горе изменнику. Клинок выпадет из его рук и сам пронзит неверное сердце. Жалую его тебе! Царь царей, из этих рук еще не выпадала ни одна сабля. Какие счастливые эти дервиши. Они первые подошли к отцу. Никто не остановил их. Да, мои дети. Это святые люди. Никто не может преградить им путь. О, избранный, ты обошел всю землю, но не забыл ли ты землю родной Грузии? Батри, как могу забыть я Грузию, мою радость? Благословенный! Там за горами каждый камень, каждое дерево ждут тебя! Трифилий! Мой Трифилий! И ты здесь! Нет счастья в Грузии, Георгий! Народ под княжеским ермом стонет! Алла или Алла! Нодар! Нодар!
всюду, где бы я ни был, я был с вами. Сколько соберем народу? Монастырских 1002! Алла и ляла! А из грузинских деревень около 3000 дружинников! Считай еще 4000 пшавхив! Это на хлеб, оружие, коней! Алла и ляла! Алла и ляла! Алла и ляла! Молитесь за нашу победу, святые дервиши! Алла и ляла! Алла и ляла! Торопись, избранный! Дорогая Руссудан, такого ценного подарка я никогда не получал. Царей, Багдад пал к твоим ногам. Мой полководец, ты одержал для меня побед больше, чем я просил у Аллаха. Теперь ты проси у меня, что хочешь. Войско, я пойду в Грузию и из замков князей сложу пирамиду твоей славы. Ты большой полководец, Георгий. Вот, возьми. Все должны склониться перед этим знаком. Мама, чем наградил отца Шахабас? Знаком луны. Отныне все персидское войско будет беспрекословно выполнять волю твоего отца. Князь Шадиман, этот раб султана, терзает Грузию. О, Али, о, Магомед, почему так несправедлив Христос? Я дам тебе лучшее войско, чтобы покарать изменников князей. Ибо грузинский народ мне дорог, как сын от любимой жены. Помогут тебе Корчихан и Вердибек. А что на груди у Шахабаса? Солнце. Этот знак властелина Шахабас неизменно носит на своей груди. Но милостивый Аллах подсказывает мне утешение. Со мной останется сын твой Паата. Его чистый взгляд, как в зеркале, отразит преданного мне Георгия Саакадзе. Аллах! Георг, тысячи чертей, вы должны быть на службе у испанского короля. Золото, слава, почести ждут вас на берегах африканских. Меч, который не служит своей стране, не уважаем. Отрасти себе, хан, 1000 ушей и обостри свое зрение. Ты должен следить за каждым шагом, который будет делать в Грузии Георгий Саакадзе. Я решил покорить Грузию. Все должно склониться перед этим знаком. Вот возьми, собака. Встань! Вы вновь одержали победу для неверных. Папа Римский даст вам больше золота и славы. Но вы, кажется, не слушаете меня, сардар. Ваши мысли далеко.
Чужеземец, золото топтал мой конь, а слава лежит на острие моего меча. Здорово, Егорий Свет. Привел Господь снова увидеться. Вот, думаем в Грузию к вам соболей завести. Грузии больше нужны пушки. Подумай об этом, боярин. Оставь меня. О, Матерь Божья, не о себе, не о детях моих молю, о Грузии многострадальной взываю к тебе. Защити ее, избавь от страданий, от мук. О, Матерь Божья, о, что слышала я, Георгий, так это правда? Да. Ты поедешь в Грузию, Рассудан, и объяснишь всем, что Георгий Саакадзе ведет персов не против народа, а против князей. Нет, 100 раз нет. Как можешь доверять ты шаху, Георгий? Кто сказал, что я доверяю? Но разве у меня есть выбор? Пусть персы разгромят княжеские замки. Пусть берут себе их богатство. Они обманут тебя, Георгий. Отмени поход. Скажи шаху, что ангел смерти являлся тебе во сне. Шах хитер, он хочет обмануть тебя, Георгий. Жребий брошен, Русудан. О, я не хочу. Я не хочу носить имя, покрытое позором. Не хочу! Русудан! Вот меч! Меч Георгия Саакадзе! Вот он! Прежде чем он поднимется против Грузии, я сломаю его! Русудан! Я не изменю своего решения! Ты обезумел, Георгий! Проклятый воздух Персии отравил твою душу! Вся Грузия будет тебя считать изменником! Каждый грузин скажет: «Волт! Георгий Саакадзе привел к нам персов, Георгий!» Знаю, Георгий, знаю. Георгий! Трудно жить человеку, когда его имя проклято народом. Но я... Пойте, мои сыновья, я люблю, когда вы веселы. Автандил, куда ты? Конь мой сорвался. Кроме меня его никто не поймает. Правда, что на рассвете мы едем в Грузию? Да, да, да. Я увижу родные горы, долины. Да. Шах к тебе очень милостив, но старайся не попадаться ему на глаза. Если шах возьмет тебя на охоту, никогда не заслоняй его. На веселых пирах шаха не пой песен своим звонким голосом. Значит, отец, я должен? Да. Да, должен. Надо стать выше любви и ненависти, забыть все личное, забыть. Так требует Родина. Требует Родина! Тише, отец. Пусть не слышит мать. Я понял все. Передай моей матери, лучшей из матерей, что Автандил ей заменит меня, а я, клянусь,
быть достойным сыном великого полководца Георгия Саакадзе. Пата, ты ли это? В бесконечных войнах я и не заметил, как ты возмужал, мой мальчик. Боже мой. Прощай, Паата. Благодарю тебя, Господи. Я снова на родной земле. Свернем в ущелье. Скорей! Куда проскакали трое? Вон туда. Это персидские шпионы. Это здесь, мать? Мы приехали? Да, сын мой.
Вот он какой, замок дяди Зураба Ристави. Да. Здравствуй, родной замок. Здравствуй. Госпожа Русудан. Русудан, сестра моя, глазам не верю. Глазам не верю. Ты ли это? Светочей моих, Русудан. Здравствуй. Госпожа Русудан, счастье какое. Здравствуй, мой Зураб. Как ты рискнула появиться в Грузии? Здесь за одно упоминание Сакадзе казнят. В Грузии еще остались верные нам люди. А ты как? Вижу, даже ночью с мечом не расстаешься. Думал опять, что димановская свора напала на мой замок. А это кто? Не узнал. Сын мой, Автандил. Защищайся, дядя! Ну, держись, щенок. Ой-ой, что они делают? Они же покалечат друг друга. Останови их, Русудан. Куда усадить тебя, дядя? Да я тебя с собакам отдам на ужин. Мать, дядя пожелал ужинать. Усади его за стол. Вот теперь узнал. Это мой племянник Автандил. Здравствуй, дядя. Здравствуй. Ты что смеешься? Молодец. В тебе течет кровь Ристави Аракских. На, носи. А все-таки я Сакадзе. А где второй щенок Сакадзе, мой маленький Паатам? О, брату моему посчастливилось. Он украшает собой дворец Шах-Аббаса. Так, Шах-Аббас его оставил. Что с тобой, сестра? Что-то в сердце кольнуло. Подать вина и жареного оленя. В родном доме тебе всегда рады, сестра. Чувствую, ты не просто сюда приехала. Да. По тайному делу я должна увидеть сестру Георгия. Царицу Текле? Здесь клевещут. Говорят, Сакадзе замыслил вторгнуться в Грузию с персидскими ордами. Громить княжество. Это правда? Да, Зураб. Георгий ведет персидское войско против шадимановской своры. Ты поможешь мне увидеть царицу? Нет. Не шадимановская свора нужна Шах-Аббасу. Он замыслил покорить Грузию, закрыть дорогу единоверной нам Руси и западным царством. Именно потому Георгий и возглавил персидское войско, чтобы не допустить разорения Грузии. Проведи меня к царице. Хорошо. Я проведу тебя в царский замок. Но помни, сестра, нерушимы вековые устои княжеских фамилий. Только не Шадиман, а я, Зураб Ристави, должен главенствовать в Грузии. Ну вот это, пожалуй, и все. Живи долгие годы, мой светлый царь. Сегодня ты много сделал для блага царства. Я не хотел бы омрачать твое чело, но есть тайная бумага, доставленная мне одним купцом.
Говори, мой мудрый Шадиман. Трудно поверить, но лазутчик сообщает, что великий шах Аббас снаряжает войско в поход против Грузии, и его ведет, кто бы мог подумать. Говори, Шадиман, я знаю. Ты хочешь назвать брата моего, Георгия Саакадзе? Может быть, Шадиман, отложим этот разговор. Светлый царь, долг перед Родиной обязывает меня не терять ни одной минуты. Настал час молитвы. Позволь мне удалиться, светлый царь. Нет, нет, останься. Прошу тебя, не гневайся. Светлая царица, прости меня. Как ты думаешь, Шадиман, мог ли Георгий Саакадзе замыслить такую измену? Есть и другие достоверные сведения, мой светлый царь. Ты сам хорошо знаешь непреклонное упрямство Георгия Саакадзе. С присущей тебе мудростью и прозорливостью расследуй это, Шадиман, и донеси мне. Еще одно. Ну что еще у тебя? Вчера люди Зураба и Ристави опять напали на преданного тебе князя Амилахвари и оскорбили его. Не допусти брата моего поднять меч против моей родины, против моего царя. Царица! Расудан, откуда? Текле, как ты попала сюда? Я с трудом пробралась сюда. И я тайно перешла границу. У меня письмо к тебе от Георгия. От брата. Вот оно. Князья губят Грузию, да поймет, наконец, царь. Пади ниц перед царем, вразуми его принять мою помощь в объединении Грузии под его скипетром. Значит, то, что говорил Шадиман, это правда? Георгий ведет персидское войско против Грузии? Нет, Расудан, мой царь не пойдет на разрыв с князьями. Тогда Георгий велел передать тебе другое. Убеди царя немедленно покинуть Грузию. Завтра может быть поздно. Может, они сейчас уже переходят границу. Перед нами раскрылись ворота Грузии, благородные ханы. Разбейте стан на Мартковской равнине и там ждите меня. По твоему приказу разобьем стан на Мартковской равнине. Эй, разбить стан на Мартковской равнине! На княжеские замки я пойду один. Аллах! Зачем мои глаза не увидят, как обрадуются князья твоему посещению? Шах-ин-Шах говорил, грузинские шелка не уступают исфаганским. А красивых девушек здесь так же много, как и плодов в садах Грузии. Воля Шах-ин-Шаха превыше всего. Чем провинился я, Сардар? Только тебе повинуется мой ятаган. Сардар, и я с тобой. Мои ханы, ваша преданность радует мое сердце. Я скоро вернусь к вам. Вперед! Сардар начал свою любимую игру. Он расчленяет войско, чтобы наши силы казались врагу несметными. Так делал он в Афганистане, в Индии. Бисмаллах, здесь Саакадзе на родной земле. Эта игра может быть опасной. Вардебек, лети в Марабду. Передай этот фирман князю Бараташвили. Марш уста. Сарай,
Тише. Разве ты ничего не слышишь? Нет. Не слышишь боевых труб? Это он. Он. Кто он? Георгий Саакадзе. Наконец-то дождались. Видят мои глаза! Это Георгий! Наш Георгий! Великий Мурави! К нам вернулся Георгий Саакадзе. Привет тебе, Георгий! Привет на родной земле! Здравствуй, Георгий! Георгий! Здравствуй, Нодар! Что с тобой? От радости слова растерял. Неужели солнце снова осветит нам дорогу? Пустите, люди! Пустите. Узнает ли он меня? А, мой Бадри! Георгий! Георгий! Время не убило в твоей душе надежды? Надежда никогда не умирает, Георгий. Молодчина! Ну, как твоя шашка? Еще не заржавела? О какой шашке ты говоришь, Георгий? А ты все такой же веселый! А почему не веселиться? Не успеет крестьянин встать, османы идут. Не успеет за еду сесть, персы лезут. Не успеет зерно проглотить, князья нападают. А потому, когда ложимся спать, вместо жены копье кладем. Ничего, друг. Жена любит мужа с копьем. Куда коня направляешь, Георгий? В гости, на обед князю Шадиману Бараташвили. Наконец-то, давно пора, давно. Светлейший князь, Саакадзе! Саакадзе с войском идет! Саакадзе! Прошу. Светлейший князь, Саакадзе к замку несется! С ним несметное войско! Лучшая охота на цесара в моих владениях. Молю тебя, князь! Отведай, высокий гость. Саакадзе к воротам подошел. Открой ему ворота. Печать Шахабаса. Разгромить крепость! Будут в неприкосновенности замки и владения князя Шадимана Бараташвили, прибегшего к моим стопам. Шах-Аббас. Значит, я обманут. Обманут. Нет, лицемерный перс, тебе не сломить мою родину.
Отомстим за разгром Носта! Прикажи, камни на камни не оставим! Неужели мы не отомстим? Замок князя Шадимана Бараташвили неприкосновенен. Печать Шах Аббаса? Шах Аббаса? Велик Шах Аббас. На замок князя Милохвари! Светлый царь, Саакан заведет персидские войска, чтобы отомстить тебе. Погибли! Погибли наши замки! Зачем я только новый виноградник посадил? Царь, проси, пока не поздно, помощи у Турции. Не лучше ли просить помощи у единоверной Руси? Поздно, Саакадзе уже у порога. Прекрасная царица, твой прославленный брат идет с персами. Может, ты нас покинешь, чтобы мы могли дать нашему врагу достойный ответ. Если надо, я покину. Я готова на все, чтобы спасти Грузию. Говорил я вам, что на троне сидит лисица. Как осмелился дерзко говорить о царице? Вон! Все вон! Позор! Позор на нашу волю! Вот ты как жить после такого оскорбления? Вот ты чего дожили! Он оскорбил княжеское достоинство! Успокойтесь, князь! Успокойтесь! Тише! Позор нам! Что вы в царском замке шумите, как на Майдане? Этот плебей Саакадзе еще меня не перехитрил. Смотрите, что нам пишет Шах Аббас. Читай скорее, князь. Шах Аббас. Мой гнев велик, но каждый из князей Грузии может стать для меня любимым сыном, если вы отдадите мне непригодного для вас царя Луарсаба. Царя Луарсаба? Отдать царя? Но как это сделать? Как это сделать? Царь получил другой ферман. В нем Шах Иншах приглашает царя в Персию на охоту. Он не поедет. Не поедет? Лучшие войска Шаха уже в Грузии. Агахан, повелеваю захватить всех ремесленников, гнать в Персию. Юсуф хан, тебе повелеваю разрушить монастыри, вывести церковные богатства, сжечь деревни. Пусть грузины забудут обратную дорогу на родину. Не сочти непочтительным мой ответ. Я не привык исполнять твои приказы. Мой сардар Георгий Саакадзе. Юсуф хан, именем Шах Аббаса, царя царей, приказываю тебе сжечь грузинские деревни, разрушить монастыри. Мой сардар Георгий Саакадзе повелел мне ждать его на Мартковской равнине. Ловить отступников! А вы думали, что власть у Саакадзе? Хайдоу! Oh!
Убийца! Убийца! Носили твое имя, жили надеждой на твое возвращение, а ты меч поднял на свой народ. Будь проклят ты, Георгий Саакадзе, будь проклят! Будь проклят ты, Георгий Саакадзе! Будь проклят, родивший тебя! Народ, Агахан. По повелению Шах-Аббаса гоню в Иран. А на эти земли придут персияне. Богатая страна Грузия, Сардар. Шелк, виноград, овечьи стада богатят Шах-Иншаха и Иншалах-Хана. Что донести до светлого уха Шах-Аббаса? Донеси, что все смолкло перед его грозным именем. И что Георгий Саакадзе всегда верен своему слову. Велик Шах-Аббас. Звери. Георгий, целую вечность не видел тебя. Здравствуй, Георгий. Здравствуй, Зураб. Ты хорошо сделал, Георгий, что вспомнил обо мне в тяжелый для тебя день. Сам дьявол не найдет того, кого я спрячу за стенами своего замка. До веселого дня я дожил. Не меня надо спасать, а родину. Родину. Сколько всадников ты можешь дать мне завтра к рассвету? 1005? На, пей. Уж не думаешь ли ты, что мои дружины смогут одолеть 100 000 персов? В делах войны меня еще никто не обвинял в легкомыслии. Завтра на рассвете ты приведешь свои дружины на Мартковскую равнину. Лучше я скрою тебя в своем замке. Ты сделаешь так, как я сказал. Надо подумать. Ты будешь думать потом, когда персы будут разбиты. Если пойдет народ, пойду и я. Братской клятвой свяжем наши судьбы. Если клятвой, так по нашему обычаю. Клянусь, Георгий, если пойдет народ, пойду и я. Народ? Народ пойдет за мной. Я жду тебя на Мартковской равнине. До восхода солнца я буду там. Святая Дева, говорят, Георгий здесь. Где же он? Где? Где мой Георгий? Где он? Где? Руссуда. Георгий! Георгий, мой Георгий, ты жив. Говорили, что тебя побили камнями. Все гибнет, весь мир против нас. Успокойся, сейчас нам ничего не грозит. Здесь, в замке своего брата, ты в безопасности. Что ты говоришь, Георгий? Жизнь моя в тебе, в детях моих. Время не терпит, Георгий. Я сделаю то, что задумал. Я иду.
Я иду с тобой, отец. Коня! Останься здесь. Дело, которое задумано не для юноши. Твой отец сегодня решает свою судьбу и судьбу нашей Родины. Место сына около отца. Артемек, следи за Саакадзе. Матерь Божия, защити нас, спаси моего царя. Молю тебя, Господи. Отче наш, спаси мой народ от испытаний. Шадиман, передай Шах-Аббасу, я отвергаю его приглашение. Мой светлый царь. Нет, я отказываюсь, Шадиман. Мой светлый царь. Нет, нет, в Иран я не поеду. Мой светлый царь, я не пожелаю тебе зла. Я, который выненчил тебя. Старый Шадиман, твой верный раб, Родина гибнет, обогренная кровью Грузия молит тебя. Поезжай в Иран, спаси нашу светлую царицу и нас. Ведь шах только на охоту приглашает тебя. Нет. А помни, Шадиман, ни один царь-христианин не уходил от шаха живым. А царь Симон... Баграт, Константин. Но они вернулись магометанами. Не страшись, царь. Я поеду с тобой во имя Христа. Не уходи, мой царь. Моя Декле, я должен явиться к шаху, иначе он опустошит все мое царство. Не оставляй меня одну, мой светлый царь. Ты плачешь, жизнь моя, мой свет, моя жизнь. Останься, не покидай свою Текле, мой единственный. Всевышний Боже, дай силы мне и там, среди неверных, сохранить чистым имя грузина и христианина. Поторопитесь, орды приближаются. Гавриил, Амбросий, Петриций, христианину. Так предать свою страну. Поверь мне, владыка, Георгий Саакадзе не пришел бы в Грузию с дурными намерениями. Владыка, царя, царя увозят в Персию. Что ж это значит? Боже правый. Спаси нас, Господи. Страна обезглавлена, все рушится, все гибнет. Отец Трифилий, тебе, старому воину, я вручаю это знамя. Защити монастыри и церкви. Служите молебны, помолимся о скорбной душе царя. Царь Луарсаб
уходит в вечность. Предадим анафеме виновника гибели царства. Великий Боже, в годину бедствий Родины внемли мольбам народа Твоего и глазу пастыря его. Если бежавший к шаху в Персию Маурави Георгий Саакадзе таит в сердце своем измену царю и родине, разорение страны, поругание святой веры, осквернение храмов и монастырей, да постигнет его удавление Иуды Христопродавца. Да ты Каина! Да будет он поглощен землею! Подобно Датану и Аберону, да будет жена его вдовою, а дети сиротами. Жена его вдовою, а дети сиротами. А что можно ждать от сородичей Саакадзе? Все они предатели. Это они погубили Грузию. Царя отдали шаху. Это клевета! Это вы готовы предать всех, лишь бы целы были ваши замки. Это ты, князь, отдал в плен царя. Тебе, Зураб Эристави, легко говорить. Ты, Зураб, не пропадешь. Если победят князья, то ты, князь Эристави. Если победит Саакадзе, то... Ты Шурин Саакадзе. Тебя давно прельщают мои земли. Как смеешь, сообщник предателя. Оставь, князь, лучше уйти. Здесь не место. Что вижу я? Боже мой, царица Грузии. Святая Дева, царица Грузии, горе, горе, что вижу я, это брат, брат убил сестру, брат нашу светлую, Богом данную царицу. Подымись, подымись, кроткая Текле, и отомсти, прокляни! Прокляни! Виновника наших страданий! Какое чудовищное лицемерие! Да-да, мой верный Квилидзе, держи меня железными руками. Ангелы небесные, примите в лоно Авраамова, царицу Грузии. Thank you.
Мщение! 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 Народ ищет Сакадзе! Мщение! 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 Каждый может закидать его камнями! Каждый может закидать его камнями! Камнями! Вот они, изменники! Продали Грузию! Уйди! Князья обманули народ! Трифилий! Русудан! Нодар! Где мой Георгий? Госпожа, где Автандил? Зачем ты пришла? Здесь опасно! Беги отсюда! Народ ищет Георгия! Вот они, люди Саакадзе! Хватай их! Держите! Где ваш Маурави? Эх, люди, ну, что вы делаете? Опомнитесь во имя Бога! Пусти! Пусти меня! Святой отец! Как смел ты, отступник, прийти под светлые своды Сионии! Святой отец, прошу, выслушай меня. Я не давал отпущения за великие грехи твои. Не для покаяния пришел я. Персы громят Грузию. Время ли медлить? Святой отец, объедини друзей и врагов для защиты царства. Дай мне войско. И клянусь, я сокрушу вражьи силы. Доверить войско тому, кого считают равным Ироду, Каину и Иуде? Я стар и слаб, но я не безумен. Остановись, отец! Я ждал этих слов, но я их не заслужил. Поверь, только любовь к Грузии руководила мной. Дай мне войско. В моих руках оно превратится в карающий меч, сокрушающий... Господи, вразуми меня. Я не знаю, что сказать. В твоих словах я слышу правду. Я дам тебе войско, Георгий Саакадзе. Ну а народ? Как же народ? Народ? Народ пойдет за мной. Георгий, народ восстал против тебя. Захватили Нудара, отца Трифилия. Их могут растерзать. Спаси их, Георгий. Моего Нудара? Трифилия? Иисусе Христе, отца Трифилия. Спеши, Георгий, спеши, сын мой! Я пойду с тобой, Георгий. Пойду с тобой. Люди! Люди! Что вы делаете? Посмотрим! Как ты ответишь Богу, лиса в подряснике? За сколько ты продал шаху свой народ? Иди, ответь Богу! Люди! Опомнитесь во имя Бога! Ты знал, что Саакадзе нам изменил? Знал! Признавайся! Говори народу правду, ты не мог не знать! Ты знал его тайные замыслы! Кроты слепые! Кто вам хлеб дал? Оружие, золото! У меня двух сыновей угнали в Персию. Дочь обесчестили и бросили ее шакалам. На что мне золото? Пусть живет Георгий Саакадзе! Отец Трифилий, мой верный Трифилий, где слыхано, чтоб без суда казнили? Освободите всех! Они невиновны! Я перед вами
Судите меня! Народ! Стой, народ! Остановись! Я буду говорить. Георгий, сын мой. Георгий, скажи народу, скажи, кем ты пришел к нам? Другом я к вам пришел. Другом? Зачем же ты принес нам столько горя? Поверьте мне, не будет отныне в Грузии персидской власти. Нет! 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 Стойте! Остановитесь! Если совесть твоя чиста, Георгий, и ты пришел как друг, поклянись священной клятвой. Клянись жизнью своих детей. Патта. Клянусь жизнью моих детей, моего Патта, отдать всю свою кровь за многострадальный мой народ. Клянитесь и вы, что с восходом солнца придете все как один на Мартковскую равнину помочь мне разгромить врагов отчизны. Клянитесь! Клянемся! Да будет проклят изменник Родины! Да будет проклят изменник Родины! Да переломится сабля его в кровопролитном бою! Да переломится сабля его в кровопролитном бою! Если б мы не подоспели, но дар достался бы червям на обед. Ну? Да. Отец мой ударом сабли перерубил веревку. О, а как ты думаешь, придут наши люди? Придут. А если нет? Быть этого не может. Вся Грузия поднялась. Мало нас осталось. Сколько народу угнали в Персию? Какая долгая ночь. Да. А сколько воинов сейчас у персов? Если считать гвардию шаха, я думаю, 1070. Ну? Да. Никого не видно. Не видно. Георгий, Зураб не идет. Нет, Зураб не изменит. Придет. Ждать нельзя, Георгий. Уже светает. Георгий! Вся Мартковская равнина! Ну, говори! Окружена! Пришли! Пришли! Нодар, лети обратно к народу, передай, пусть играют погромче, да по-русийски. Ага, о, понял, чтобы персы подумали, русские идут. Так он и сказал, шумите побольше. А ну, начинай. Играй. Играй. Играть, как в Руси? Эх, от русийской музыки мертвый затанцует. А ты откуда знаешь? А я охранял царя Таймураза, когда он ездил в Московию. Стрельцы играют вот как. Чего смеетесь? А ну, подуй. Дай сюда.
А так лучше. А вот теперь будет совсем хорошо. А ну-ка, друзья, все вместе. Час битвы пришел. Подать коня! Коня князю! Во имя Христа вперед! Сын мой Автандил, останемся здесь. Шатер Корчихана. Крепко спит кровопийца. Эй, Корчихан, проснись! Архангел Гавриил в трубу протрубил. Бисмалах, кто идет? Смерть твоя идет. Отец! О, вероломный Яур, шайтан! О, проклятие! Враг обезглавлен! Тут мои соколы! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Скорее! Скорее, шлем! Оружие! Тюрзебек-хан, мазандаранцы бегут! Враги ворвались в стан, все гибнет! Спасайся, хан! Стойте! Измена! Измена! Яур-Саакадзе предатель! Стойте! Все равно Шака вас не оставит ни одного беглеца в живых! Назад! Сомкнуть ряды, сдвинуть арбы, повернуть пушки! Послать за помощью к индийскому шаху, кереванскому, карабахскому. Именем шаха из всех орудий огонь! 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 Что это? Гром небесный! Куда скачете? Кто нарушил мой приказ?
Лечь на землю! Лечь! Готовьте огненные стрелы! Огненные стрелы, скорей! Готовьте огненные стрелы! Зажечь стрелы! Огонь к стрелам! Пора. Освобождение, мой верный зурат! Нам надо до захода солнца покончить с перцами, а потом мы пойдем на княжеские замки. Вперед! Отца! Отца! Оставь Автандию! Пусть хоть один вернется к шаху. Шайтан! Проклятый Яур! Эй! Лучше оставь свою голову здесь! Все равно Шах Аббас снимет ее! Передай Шаху, что по его голове давно плачет грузинская сабля! Друзья, отпразднуем победу! Спасибо тебе, мой конь, спасибо. Вот и все. Русудан? А где я еще могла быть? Мой долг быть там, где мой муж. Сын и брат. Верный друг. А где брат твой? Где мой зураб? Где зураб? О, наши сабли вырыли пропасть между нами и перцами. Теперь ты не скоро перешагнешь эту пропасть, Шах Аббас. Ха-ха-ха!
Господи! Агахан, повтори, что сказал тебе мой верный Сардар. Георгий Саакадзе сказал, все смолкло перед грозным именем Шаха Аббаса. Возьми за добрую весть. Щедро наградить послов и гостей. Богатые трофеи захвачены в Грузии. Да, да, очень богатые трофеи. Не помог им даже союз Московии. А кто этот молодой сеньор с ларцом в руках? Заложник, сын полководца Саакадзе. Сын Саакадзе? Издревле Грузия славится душистым перцем своим. И вам бы, послы... Галштинской, да италийской, перцу этого отведать не мешало бы, чтобы знать, чем вас там в Грузии потчевать будут. Во, здравие! Это же дьявольское питье! Санта Мария! Какой варварский напиток! Пата! Подойди ко мне. Подойди. Почему ты так бледен? Меня опьянил запах родной земли. Мой мальчик, а почему затуманились твои глаза? Великий Шах Аббас, меня ослепляет твое величие. О, как сладка твоя речь! Ты унаследовал мудрость своего доблестного отца. Кто смеет сравниться с мудростью? Бери их, мой Паата. Я положу в этот ларец более ценное сокровище. Имя изменника. Георгий Саакадзе. Он вероломно убил моего отца, Карчихана, твоего верного Сардара, уничтожил твои лучшие войска. Аллах, я Аллах.
Никогда еще я не был так унизительно обманут. О, Аллах! Подскажи мне такое мщение, от которого зарыдал бы даже камень. Я слушаю тебя, Аллах. Агахан, приведи мне змееныша этого предателя Саакадзе. Любимец мой, не тяготит ли тебя разлука с твоим воинственным отцом? Любой путь на родину будет для меня усладой. Мой орленок, выскажи мне, твоему покровителю, что хотел бы ты иметь в далеком путешествии? Щит отца моего, Георгия Саакадзе, на котором начертано «Счастлив тот, у кого за родину бьется сердце». Молись! Иисусе Христе, помилуй меня. Шах-Аббас, посмотри! Наш народ горд. Он не прощает насилия и издевательств. Иди танцевать, Георгий! Георгий, не отказывайся, потанцуй! Прошу тебя! Нет, нет! Вот, приглашайте Русудан. Иди, потанцуй. Иди, Русудан, иди, ты же хорошо танцуешь, иди. А ты, Трифилий, не хочешь с ними потанцевать, а? Сардар. Хе-хе, старик, голос твой мне знаком. Агахан, я принес тебе подарок от Шах-Аббаса. Подарок? Thank you.
горе. Что, Георгий? Ну, сюда. Пойди в шатер. Что-то сердце дрогнуло. Страшно мне. Там наш сын. Паата. Слезы удел матери, Георгий. Не бойся, мой мальчик. Нас больше никто не разлучит с тобой. Не печалься, мой Паата. Видишь, весь народ гордится тобой. Отец Трифилий, дайте мне его. Светлый царь Таймураз Кахетинский, ты укрылся от персов в крепости Гонья. Народ и Георгий Саакадзе предлагают тебе свой меч и свою жизнь. Когда ты успокоишь свою саблю, Георгий? Когда? Когда ярмо рабства спадет с плеч моего народа. Когда единый, сильный царь, подобный Давиду Возобновителю, окружит наше царство цепью неприступных крепостей, когда поработители забудут дорогу к нашим землям. Может быть, тогда я успокою свою саблю. Саакадзе твердая рука.
Он не устанет играть саблей, пока не достигнет своей цели. А цель его – царский трон. Это неправда. Только ты один не веришь. Когда хотят погубить княжество, мы должны встать все за одного и один за всех. Прав, прав, Шадиман. Изменник. Изменник. Прячьте оружие. Спрячьте. Я не изменник. Я помогал изгнать врагов Родины. Зураба я позвал на совет. И никому не позволю его оскорблять. Меня? Я выше этих оскорблений. Ну что ж, князь, уйди! Уйди! Забудь о чести рода Эристави, оставайся слугой выскочки Саакадзе. А мы хотели видеть тебя первым среди нас. Да будет так! Поставить тебя во главе всех княжеских дружин. Мы готовы идти за тобой. Предоставить тебе первое место близ трона. Ну, князь, решайся. Ну. Да здравствует, Зураб! Да здравствует! Уничтожим его! Царь Таймураз должен вовремя получить послание. Я слышу топот коней. Это Зураб ведет свои дружины. Он исполнил обещание. Это Шадиман! Знаменосец. Прощай, мой добрый старик. И ты здесь, мой мальчик. Я или ошибаюсь, мои деяния переживут меня, и народ, вечно юный,
и чистый душой народ или осудит меня, или проникнется моими страданиями, беззаветной любовью к родине и будет бороться за ее честь, за ее свободу.